нас котенок маленький спит у меня на ручках. И что мы делаем с ним? Не знаю, что вы делаете с ним. Мучаете? Посмотрите хоть на него. Он еще малыш. Мы его только что купили. Он скормится, спит. Вообще-то маленьким ребятам, котятам особенно, надо спать. А ты даешь ему спать? Да, он у меня спит на ручках в тепле, согреется в одеялке. И мы сейчас, с ним вот делаем там всякие папы. Упражнения? Да. Какие? Или мы с папой сейчас у каких-то зверей, кота, крокодила, кошку, лошадь, чукаша. Да? Все? Да.